На одном из новостных порталов появилась информация, что в подъезде дома на Панина живет молодая женщина с ребенком. В туалет пускают небезразличные жители, и кто-то даже вынес в коридор кресло. В статье сказано, что в таких условиях мама с 4-летним малышом проживала 2 недели. Женщину якобы попросили освободить съемное жилье. Сама она из Луганска, и идти ей некуда. После звонка соседей в полицию мать и ребенка определили в больницу. Впрочем, после осмотра их отпустили. Со здоровьем все в порядке. Теперь их судьбой озадачены все вышеперечисленные инстанции. Переживают за нелегальных соседей и жителей высотки на Панина. Здесь стоял пакет хороший. Здесь вот 2 сумки вроде стояло. Вы не видели, что было в этих сумках пакетов? Сумки магазинные стояли. 2 магазинные большие сумки. Вы не видели, что в них было? Одежда.